еще один вопрос, на него тоже нужно ответить, хотя не обязательно, потому что дополнительным призом будет бутылка какого-нибудь прохладительного, безалкогольного, может быть, напитка. Сколькими способами Юра может открывать бутылки? Сейчас он продемонстрирует один. Давай пивка. Ну, открывать бутылки можно чем угодно, даже вилкой, бутылкой, то же самое. Я открою тебе одну, а потом тебе. Даже можешь зажигалку. На всякий случай. Замечательно. Я этого никогда делать не умел. Берешь зажигалку, зажимаешь бутылку. Раз, и все. Пластиночкой повозили, настоящие ребята. Ну, а у нас телефонный звоночек, и, по-моему, готов ответ на вопрос твой. В 2009 году вышло два альбома «Сектор газа» и «Колхозный панк». Здравствуйте! Окей. Как вас зовут? Меня зовут Александр. Очень приятно. По-моему, вы все выиграли, да, Юр? Да, тогда лови сразу. Поймаешь? Телевизор, да, сейчас выскочит. Саша, ну, считайте, что вы получили приз. Завтра мы с вами увидимся. Я думаю, будет за столом все так же хорошо и обильно. Вот, а у меня теперь вопросы к Юре. Юр, ты, насколько я наслышан, человек интересной судьбы, и, в общем-то, все твое творчество наполнено всякими интересными и необычными случаями. Если тебе есть о чем-то поведать вот так вот сразу, буду рад, и я думаю, все будем рады услышать и узнать. Да не, ну кто много гастролирует, у того постоянно должны быть какие-то смешные случаи. Их было завалить буквально. Вот где-то 2 недели назад был концерт в одном городе, в цирке. Когда мы отыграли где-то песен 5, и подходит дядя мент и говорит: именем УВД я запрещаю концерт. А тут толпа ревет, я микрофон даю, вот ты им сам и скажи. А я пойду погуляю. Сказал? Нет, конечно, он хотел, чтобы я это объявил. А зачем обламывать толпу? Какой был город? Да не помню.